Уважаемые криворожане, полная информация по ситуации в Тернах. Ночь 10-го дня войны прошла у нас несколько тревожно, но, слава Богу, ничего военного. Вчера в 11:30 ночи начался пожар на подстанции шахты Терновской в районе 17-го квартала. Подстанция очень мощная, напряжение 1500. Бригады ДСНС прибыли оперативно. К 1:40 ночи пожар был потушен. Большое спасибо нашим пожарным. Угрозы для жителей не было и нет сейчас. Но к подстанции запитаны Владимировка, Чкаловка, 199 домов, 4 школы, 7 детских садиков, 2 училища, ДК, 5-я ДЮСША, музыкальная школа, час троллей и 8-я горбольница. Всего 11 658 абонентов. Это абонентов, это не людей, людей больше. Работали по переподключению его всю ночь. Спасибо также за хорошую оперативность сотрудникам ДТЭК Облэнерго. Уже в 1:30 ночи была подана электроэнергия на 8-ю больницу. В период отключения там не было угроз для пациентов, потому что никого не было на аппаратах. Ну, я думаю, что все даже не заметили. На 4 утра подключено по резервным схемам 5136 абонентов. Без электроэнергии на сегодня, ну вот на сейчас, 6522 абонента. Троллеи запитаны, там разобрались, электротранспорт ходит в обычном режиме. Также из-за аварии не могли подняться с шахты 11 работников КЖРК. Решение было найдено. В 4:30 утра люди были выведены из шахты с использованием противовесов. Также были обесточены котельные 17-го квартала и 8-й горбольницы. Но сейчас идут пусковые работы, там все будет сделано. Начинаем роджих и подачу тепла, это буквально там час-два. Что касается еще не подключенных домов, работы будут вестись без остановок по резервной схеме, но там немножко будет дольше и сложнее, новые большие кабеля. Ориентировочно это сутки. В остальном ночь прошла спокойно. Ни на территории города, ни в ближайших населенных пунктах врага не обнаружено. Продолжаем работы по укреплению города.